Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом компании «Чувашкабель» Владиславом Ивановым. Сейчас предприятие «Чувашкабель» ориентируется на оборонную промышленность и космическую отрасль. Здесь выпускают радиочастотные бортовые провода, автотракторные и осветительные шнуры. Недавно на заводе освоили и серийный выпуск кабелей для системы электрообогрева строительных конструкций, а также специальных высоковольтных проводов. Каждый год в цехах проводят модернизацию. Сейчас здесь установлено оборудование ведущих европейских фирм.